типа боту был слить. Хотя, по-моему, не важно, да, если даже если бы слил бабло, он все равно был индусмиты были. Так, стадион, по-моему, мой, да? Так что берем мага и берем. Я не знаю, что берем. Чем мы берем? Можешь пилу взять? 70 тысяч докинуть, мне все равно сливать это бабло надо с ним. Ну, то есть у нас типа 70 тысяч есть, по сути. Уже реально тупо пилу взять, да и все. Сколько у нас там? 11, по-моему, человек, да, в команде? 12, точнее. 7 и 5, да, 12 человек, потому что можно реально пилу взять, да, пилить. Пилите, Шура. Они золотые. Ну, на батула, по-моему, слишком дорого тратится, да? 220. Химлок, я не знаю. Сколько у него так вот говорим? Может химлока взять на самом деле? Раз, два. Два такла на команду. Правильно химлока взять. Тыкать ножичком. Хотя. А, давайте покрупаем с половиной нафиг, да и все. Да, поехали. Все равно, скорее всего, проиграем этим прошкам. У нас нечем контрить вообще. I've always been a fan of команду. Только если шестерки пойдут и пробой. Welcome back, sports fans. Так. One team is missing its best player. That's a surprise. Так. They've hired a star player. Давайте, Дэв. We are in the presence of talented players today, Bob. Elves excel at the passing. Убираем. You've got to disrupt them as much as possible. Возьмем всю атаку. By sticking something hard right into their teeth, for example, like your fist. Так, так, да. Че мне понравилось, как-то я не постоянно даже на самом деле. Липер есть. Блицер, липер. Не дерево убили. Ну я попробую, конечно, минг, но. Че я сделаю с одним таклом против раз, два, три, четыре, пять, шесть. Против шести боджеров. Да ведь. Я, может, постоянно выставить свои атаку этими шеврончиками. Че я постоянно атаку ставлю, я не понимаю. На самом деле. Он даже вот так выставить сможет. Да. Армор должен быть. Это гард минус армор должен быть. Это, да, минус армор не гард. Еще минус армор здесь. Ну так, чисто покидаем кубы, пофанимся. Может, кого-нибудь сломаем. Выиграть тут вряд ли получится. И только если зайдет, короче. Зачем ему 4 ролла, я не понимаю. Эй, Джим, how many halflings does it take to change a candle in a lantern? Well, they're very short, so
Maybe quite a few. Mike. Ну, он еще фалить будет. Я помню, что Ренфилл фалить любит из этих эльфов. Хорошее начало. Я помню, что Ренфилл через фал играет. Когда мы с ним играли в этом, как его... Как эта хрень называется? Забыл, блин. Спайк. О, в спайке когда играли. Через фолы разыгрался, да. Ну, круг спи фолить, естественно. Нет? Не будет фолить, что ли? А, ну, между два фолил, точно. Все, бьет. Этот фолит. Крокса, да. Ну, по-моему, что-то сразу сломать без него. МБПО. Поехали. Не будем сами наверное, же фалить, я думаю, реально тот же сам будет фалить. Какую-нибудь вот эту заразу не сможет зафалить вполне, кетчеры. Даже в один ассист нормально будет давить, фалить. Хотя да, если так встанет, он не даст фалить нам нормально. Или можно, не знаю, в блицер сразу прибежать. Как-то вот говно до сих пор живо, я не понимаю, с таким количеством навыков. Это просто пиздец, честное слово. Почему их еще никто не замочил? То есть там Трикс, по-моему, играл за прошлый, да? За, по-моему, полтора сезона ему просто всю команду нахер убили, блин. Да я тоже думал, что он будет фалить. Только эта хрень получилась, ну ладно. Не сказать, чтобы я против, но ведь... Ну что, мы встаем здесь, да? Встаем, наверное, бьем просто эту заразу, шестиармурную ПОшим. ПОшим. Да. В контакт встаем. Тоже встаешь. Контакт. Так, проталкиваем мы или просто вот так пробиваем? То есть вот так. Як-фигак. Да, лучше просто вот так, наверное. Хотя, в принципе, можно, наверное, вот так, типа, протолкнуть сюда-сюда. Если что, еще потом повалить. Вот этого, если мы его не пробьем. Но ведь... Отличный кубы, как всегда. Просто я не знаю. Колокольчик. 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 Ну что, лезем в контакт сами теперь? Или не лезем в контакт сами? Рычаг тут есть, принц, он нас порычит. Наверное, есть смысл так встать. Хотя что-нибудь типа встает, да, и... Ну, только если заблицун здесь ему... Речки у него больше нету, да, ведь? Ну, хотя, может, еще... Ладно, в любом случае, по идее, если мы сам встаем, ему блиц нужно тратить, да? Либо здесь блиц свою так, и ассист подводить, либо... Этим рычать и доджиться. Давайте встанем в контакт, если... Прячем сюда. Тебя... Закроем здесь. Если не знаю, встать сюда. Просто мы клево, значит, наверное, 0-0 встанем просто вот так. They've gone into the opponent's tackle zone. Should be good. Встанем.
сейчас близ, естественно, скинка будет. То есть, либо сюда, либо сюда. Ну, по крайней мере, хотя бы до так он на хвосте сидит. Что-то приятное давить. Здесь он может порчать вообще-то на самом деле. Стоит здесь и рычит здесь на 3+. Правда, ничего не делает, в принципе, да, ведь особо. Но он может делать так, да. Hey, I can sing. Did you know that, Jump? God forbid now. Really? No need to be like that. My life coach says I have a very deep and healthy baritone. Ты не тучи меня на самом деле. Тогда мне все равно. Конечно, колокольчик приятный, но хотелось бы сломать сразу же эту скотину, честно говоря. Почему он не фалил в прошлом ходе, непонятно. То есть, когда, я не знаю, когда выставился прям именно под фол, по сути. На ведь. Еще ничку. Ничка жалко. Очень жаль. Я думал, конечно, поставить скинка сюда, чтобы этого закрыть. Ну, так-то, в принципе. Додж есть, дела есть, да ведь. Кстати, надо было нас сомнить сюда, вообще-то. Чтобы если что, если ударили, если, в принципе, на мяч еще. Нет. Что, 3 куба по скинку? Или что это? Угу. 3 куба по скинку. Куда мы падаем? Наверное, сюда падаем. Шестерочка. Красота. Красота, да и только. Хвост, как всегда. Работаем на просто все 100%. Should they be stepping on the player's neck with those snakes? Понеслась. Какой охуительный хвост, да ведь? Какой чешуительный хвост. Как же он играет? Только погляди. Лезем у Хонтахт. Хочется, конечно, блеснуть эту мразь, на самом деле. Давайте, наверное, блеснем эту заразу. С МБ и стаком СПО. Right next to a teammate.
Отличные кубы. Ну, сейчас нас похвалят. Что я могу сказать? Здравствуйте. Я, наверное, микрофон выключу. Похаваю что-нибудь. Что-то есть хочется. More the merrier. Unity is strength. Players arrive to assist their teammate. Go, the little guy. That really hurts. I think he's going to make him suffer. One of the coaches ignored the referee's guild standard primary rules. I think the ref is actually going to be there. Thank you.
You got anything cool recorded on your Wizwo box, other than old Blood Bowl matches, Jim? Yes. You know, все, я перекусил. Возвращаемся. Ow! Возвращаемся к нашим унылым комментариям. Then there's Dr. Flu, a time traveler with Nurgle's rot, travels through history, infecting everyone. Этого отдельного наша, да, от этой заразы. Не знаю, получилось, не получилось. Все равно влетит. Нет, уже не улетит, да? Если в наглую побежит сюда, вот так, снизу. Здесь вроде от прикрытия, от выталкивания мы более-менее защитились, по-моему. It will finish in the public. Fans are much more dangerous than players. Бесконечные, бесконечные пятерочки. Знаешь, наверное, близ, наверное, сюда какой-нибудь. Наверное. Типичная охуительная история, когда тебе каждый ход по скинку убивает. Нет? Смотрите-ка. Сейчас Рёвыш потратит. Нет? Какая неожиданность. Сюда. He won't leave him alone anytime soon. Нет. Кусок говна встал на нашу гильную скинку. Ужас. Come on, guys. Черная пятерочка. Черная пятерочка. Ну, примерно от этого я ожидал этого ебаного матча. Что наш пиздит. Так нехуй делать. У нас есть только улыбаться и махать. Да. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Придется какой-нибудь вмазать, я так понимаю. Или что? Если надо заразу убежать тоже. А куда от нее убегать? Хер его знает, да ведь. Стать здесь, ударить сюда. Блок сюда пригнать. Нафига, наверное, лучше сюда пригнать. Блок-то это все равно через накубов сейчас его повалит как-нибудь здесь. Так вышел. А в жопу нахер. Ну, как всегда, конечно, да. Конечно же, Кроксиор, как всегда, у нас. Кроксиор у нас, как всегда. Самый лучший игрок. So close to the war of the heart. Ну ничего, надо отдурься здесь и прикрыться так. Это пизды ебаные, блять, с таклами. Чем, наверное, сюда вставлять. Сюда, а сюда же можно так вытолкнуть сейчас. Придется отдать этому, этой мразе придется, видимо, отдать скинка, я не знаю. Хуй с ним, господи. Нахер. Еще
вставать под такл добровольно, не... Пошли-ка ты говна. Пошли-ка вы говно, сударь. Ну, давайте так. Насрать просто, честное слово. That's a holding maneuver, if ever I saw one. Теперь берем устрель сюда. Все прокинет, что хочет. Пока завар. Еще шестерочка. Может ливнуть нахуй, но я не хочу этой игры на говно играть, честное слово. Я, конечно, говно играю, но, блин, мне это просто не хочется, что нихера это делать, блядь. Как что ветеринар лимнуть сейчас? Пиздец. Ебут мне как хотят просто. Ну, тут, конечно, было глупо полинуть, ну, не знаю. Забайте свой дебиль, блин. Ну. Здесь тоже, ну, кайвин получилось. Ладно, не стоит. Ой, блядь, побыстрее буду играть уже это говно и успокоиться. Ничего страшного не случилось так-то, да ведь? Что, че, может зря тут, типа, вообще возникаю? Как думаете? Лучше ничего. Единичку. Даже не пробили, ах, хуительно. Очень шестой армор, да? Ну, буквально единички не хватило на пробой. Прекрасно. Замечательно. It's a dangerous place to be. Забавно, конечно, что за последние недели где-то 4, наверное, да? Я начинаю все больше и больше ненавидеть эльфов. Хотя до этого я относился к ним вполне нейтрально. Наверное, начинаю их все больше и больше ненавидеть, этих ублюдков. Все меньше и меньше к ним сожаления какого-то возникает. Особенно, когда видишь такой блядский цирк, как здесь. Или как вчера с дарками. Хочется просто их уничтожать.
not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd... Last time that happened, it took 3 days to piece the body back together. Линейка. Жалко, конечно, получится вытолкнуть эту линейку. Ну ладно. That player should punch the other enemy players quickly before trying anything else. And they're moving the ball really well. Это может вытолкнуть, в принципе. Да, ведь сюда. Сюда и потом блиц еще как-нибудь. Сейчас здесь еще дурится, я сейчас офигею, конечно. Хотя, наверное, даже лучше не будет, можно просто будет лежать, скорее всего. И все. Когда вот хост уже сыграет хотя бы раз, а? Хоть просто хотя бы раз взять и сыграть. Чисто ради приключения. Не, нет. Нахер надо давить. Может мне отсюда блицнуть вот так. 3-6 и вот так вытолкнуть. Завр в мяч может. Ну да. 6-8. Может быть сначала мага пулю, дайте мага пулю нахер. Да и все. Не знаю, фаербол. Давайте фаербол. Давайте, не знаю, я хочу открыть на отъебись, честно говоря. Давайте пулю мага, да и все. Сюда вот, в четверых. По приколу. Не можешь или молнию пользоваться. Мне хочется, конечно, в четверых ебнуть магом просто. Чисто ради прикола. Ну, можно, конечно, пульнуть мага сюда. И выбить мячик. А, давайте подберем мячик. Ну, не пульнем. The Celestial Wizard has cast a lightning bolt spell at the opponent. Прекрасно. Замечательно. Да, теперь не может. Какая неожиданность. Цвет диска неожиданности какой-то. Интересный матч, ха-ха. А ты смешной, Кизитар, очень смешной. Матч не интересный, а кусок говна, где кучка ушастых говнарей издевается над заврами. Я бы это так назвал. Давайте, короче, не знаю, задолженности, короче, сюда встанем, да? И попытаем выстрелкнуть с блица здесь. Не, так видится. Тут все. Сначала, конечно, корксом давайте попробуем. Ей, тупая херня, наконец-то что-то сделала нормально. Ура! Нафига просто так здорово стубина, не знаю. Ладно, уже плевать. Смерть. Плохо матч выбрал.
прилетел, точнее. Опаньки. Ну да. Ну, вряд ли, конечно, что-то поменяет, на самом деле, потому что сейчас это зараза выбивает мячик на 3 плюс додж. Даже. Ну, хотя мы, типа, создали какую-то опасную ситуацию. Я сам беда. Ситуация, на самом деле, интересная. Догадывает такой блицер, и... Два блицера добегают, то есть мы падаем сюда куда-нибудь. То есть этим блицер выбивает, а этот подбирает мячик и денег пас, может быть, куда-нибудь. То есть, может, даже в этом тайме не забьет мячик. Кто знает. Коска всегда работает на отличненько. They're going for the ball. That's it. Aim for the ball, Kelly. Take them down. Ну ладно. Отлично, слушай, не подверг мячик сейчас в этом ходу. Так сейчас тупо нам нужно как-то по максимуму поднасрать этим. Эльфам, чтобы никто не мог забить мяч и в принципе все, да? Да единичку. Не единичка, жалко. Почему он сразу не липнулся, кстати говоря? А вот типа вниз побежит. Окей. Стрел здесь, да? Поможем было сразу липнуть сюда, потом бежать уже. Без разницы, что все равно было, блядь. Офигенные доджи. Офигенные липы. 5-6, 5-6, 5-6. 6-6, 6-6, 6-6, 4. Что мы можем сделать? Крокса притащить на мяч. Кстати, вариант, на самом деле. Притащить Крокса сюда, например, да? Тебя поставить сюда. Скинка тоже какой-нибудь. Может, Ройер, конечно. Про нафига нам надо делать, непонятно. Ну, можно. Мы не будем херней заниматься, конечно. То есть, наверное, что, ты встаешь сюда. Тебя толкаем сюда. Либо сюда толкаем, да? Кроксом бежим на мяч. Этим отдуживаемся. Это может. Даже можно отдуживаться, наверное, сюда и пофалить. Я не знаю. Не знаю, вот эту заразу стоит толкать сначала сюда, а потом уже этим заваром рулить. Можно, наверное, стоит завара поставить сюда, а потом уже ударить. Да, чтобы я бы эту заразу держать. Кем-то. Потому что эту заразу по-любому же толкать сюда. А здесь мы куда-нибудь убегаем, доджимся, да? Сюда, наверное. И сюда, наверное. Этот бежит сюда, этот стоит сюда. Давайте, наверное, с той стороны. Ты стоишь сюда. Ставишь сюда. Перебьем здесь. Наконец, шестерочка. Ура! Ура, ребята! Даже нокаут. Теперь чуть-чуть. Мы, наверное, дожимся. Наверное, сперва дожимся, потом уже к Кроксам бежим. А потом должен быть здесь. 1-1. Прекрасно. Замечательно. Ну, значит, за забивание мяча, скорее всего, уже. С этими охитенными кубами. То есть, Крокса мы даже не добежали вообще ни разу. Хотя, наверное, столь должен будет по одному доджу делать, а не сразу два. Так-то. То есть, если бы Рёва без слита, то бы здесь остались, потому что побежали к Роксам без Рёва.
Что-то легчайший подбор, 2+2+. Должен кинуть 1-1. Ну да, конечно. Три раза. Тогда знаешь, Минк, хороший эльф должен сдохнуть просто. Со своим 7-6 армуром. Насрать, на 4 плюс мы встаем сразу же. Почему бы и нет? Мы же эльфы, да ведь? Ну, хотя мы тоже, в принципе, встали. Два из трех, по-моему, на кого-то встали, да? Но только один захвейл, и все, завар. По-моему, с кем-то замолить, не знаю. Подушка именно ленька с баджом и сдуха, ну, тоже прям потеря. Потеря. Блин, зараза, ну просто пилота придется на поле выгонять, блин, а. Охренительно просто пилу заюзали. Да. Сейчас один раз ей похвалим, и все, и она уйдет сразу же. Прекрасно просто. Может же, я не знаю, блиц, ну тени, что ли, или что. Куда-нибудь. Не, наверное, будем хвалить по пилой, да и все. Нафиг надо. Хотя, наверное, там граунд ангельный, да. Ну, здесь объем был обычными зарами, значит, да, просто. То есть даже, даже Кроксом Эркунт ударим, на Глову, например, Кроксом ударим. Сюда блесанем, наверное, с МВП. И пофалим. Кто будет лежать, фалить будем. Главное, чтобы, конечно, не было опять блица какого-нибудь волшебного от эльфов. Один его прокрыл, да, сразу. Значит, писаем сюда. И пофалим. Что он-то придумает и долго, я не понимаю. Be gone, fell demon. Problem, Bob. Plague fly in my coffee. Plague fly. Значит, типа удар, удар, удар. Вантерн. Ну давай мне, Реда, приду мне вантерн, пожалуйста. С проталкиваем на две клетки. Через это вот все. И пас еще с кинком. Не, нахер, я не хочу вантерн делать. Конечно, можно его теоретически сделать, да? Теоретически можно. Но я не хочу. Не лень. Я не хочу думать. Все равно реролится командой в следующем сезоне. Чем напрягаться? Какая неожиданность, дайте, какая неожиданность, ребята, ух! Кто бы мог ожидать такого исхода событий? Иван, блиц. Какая неожиданность. Сейчас мы получаем табло здесь. Однако, здравствуйте. Значит, пофалят, скорее всего. Нет? На, фалил он подходил, значит, я буду фалить.
Ну, Леша, если мы в таблице получаем, так что не важно. Ей! Ну, в принципе, план остается в силе, да? Мы блицуем эту заразу и фалим ее тоже, наверное. Больше никого не подставляет. Хотя вот этого вроде пока что подставил. Агильного. Может, не облиться, не попробовать. Хотя, наверное, его уберет, скорее всего. Сюда, да. То есть идет сюда сейчас. Горда или Фалилу? До горда мы не добегаем все равно, да? Так что Фалилу будем бить. Вот так. Так, да, наверное. Так, сюда положить, пофалить. Ну, потом. Прекрасный кубы. Хорошо, что я его с блоком ударил. If he could talk. Прекрасный кубок просто. Let's smack the player to relieve his team. Это можно сразу так оценить с первого. Раз больше удара с блоком нету. Нихера. Не получилось. Сам сперва ударите. Не знаю, как... Крокс, наверное, надо бы сюда ставить. Да, плевать уже. Уже пофигу, да? Давайте прирулим. Сплошные нокауты. Это пас. Срать. Отличный фол. Отличный просто вложение 110 тысяч. А? На один ход вышел, нихера не сделал и самоудалился даже, блин. Прекрасное вложение 110 тысяч. Обожаю пилу. Каждый раз оно и то же, блин. У нормальных людей она работает нормально. Она пилит. И не улетает с поля, блин. До конца тайма, блядь. У меня просто первый же фол. И все. В матче сингл так же пила сыграла практически. То есть она, во-первых, сначала сожрала взятку, да? На первом же фоле. А потом улетела с блока же с первого. Не думаю, без станти. Разве есть бомба без станти вообще? По-моему, уже всегда там этот Гобос бомбер, нет? Вообще таких стоп-плеев, по-моему, нет в игре. И ты имеешь в виду именно этих всяких, ну, огров, да, которые можешь своим тиметом кидать. Дворфов и Морси? Не. Ну я помню, конечно, удар какой-то есть, там чувак с пушкой, да? Не помню, как его звать.
Ну, я не знал, что он может бомбы кидать. Oh, look. Is that Lord Borak down there, Bob, in front row? I think it is, Chump. Hey, Borak! Song off, you buckethead! Buckethead. Да чё так? Слушка отдельно? Ага. Надо глянуть, что там со старплеера. Чё у нас там? 11 на 11, точнее, 11 на 10, на 10 играем, да ведь? 3, 6, 7... А нет, 10 на 10 играем даже. По-моему. Да ведь? Да, 10 на 10 играем. И хай-кик. Только погляди, а. Is the assist gonna be enough to come out on top? Yep, I reckon that's what he'd say if he could talk. По-моему, даже с этим с алтарем Навха нельзя купить старплеера дешевле полтинника, нет? Минк. То есть я знаю, там у Гобоса, по-моему, ну, у кого-то есть бомбер этот, гоблин. Он сам по себе, по-моему, стоит 60 тысяч, что ли. Или 80. Вроде на него там полтинник скидки не действуют. То есть действует только на 30%, на 30 тысяч скидывается цена, по-моему. Ладно. Тогда это бред, по-моему. Как может старплей играть стоит 20-ку, например. Хрень какая-то получается. Ладно, что, прячем мячик сюда, значит. Прячем мячик. Мячик прячем. Бьем здесь, полиноним. Получаем хер в рот. А не полинон. Классика. Nothing must be holding him up. That's quite a mismatch, Bob. I know. That weedy fella's gonna get splattered. Oh, I'm excited, Jim. МБ работает на тычинка просто. Куба сказка, ел и пал. Вот бы также сыпались бы эти всякие, не знаю, пятерки, шестерки, как сыпятся сейчас, двойки и стрелки у меня. Дефолить, я не знаю. Я хочу играть просто на отъебись абсолютнейше. Честно. Мужицкий БД выбирать. Нет, спасибо. Против эльфа я не хочу БД выбирать. Против этих эльфов выбирать БД на блице. Я один раз уже так забатился, как дебил, конечно, по собственному желанию, когда здесь полинонил в одиночке убиватором. Второй раз не хочется совершенно. Ну, может, даже ничью сыграем, я не знаю. Может быть. Да ведь. И что это такое сейчас? На пофиг, типа. Шестерочка. Классика. Нахера нужен такл, да ведь? У нас же есть шестерочки в блодж. С рерлончиком. Следующий, подбери мячик, чтобы вообще было охуительно. Давай-давай. Вперед.
С блоком идет армором, но это чередичь какая-то получается. Так, да, пинг. Еще с девятым армором, блин. Самое забавное, что эта бомба дворхам, по сути, не нужна особо. Но ведь... Не, нахера дворхам бомба? Обычно они там... Наоборот, по ТВ превосходят оппонента, либо там наравне играют. Да и самой команде дворфу Хансу там бомба не нужна обычно. Не сами кого хочет перебашить. Ну и что мы делаем? Ищем тебе шестерку этого говнаря на мече или что? Точнее, типа просто ищем шестерку, а потом подбираем на пофигу мячик четырехогильным. Не, ну ради этих 20к нужно купить алтарь Нафла. Так-то. Знаешь, наверное, тут сразу начал каменный мяч и смотрим, куда упадет. Я так думаю. Надеюсь, эту заразу кидаем сюда, наверное, под кроксы. Этим блицуем на мяч. И прячем куда-нибудь сюда, наверное, с мячом. Да ведь? Здесь находим гребаное нихера, как обычно. Еще куча гребаного нихера. Может, здесь шестерку найдем, а? Раз уж здесь нихера не нашли на двух блоках. О, слушайте, шестерочка. Как по заказу. Офигеть. Мяч, конечно, хорошо упал, ничего не скажешь. Но не столько, что прям совсем замечательно было. Ну что, ставим сюда, значит, нужно, наверное, оси сюда подвести. Один. Ударить. Два куба. И потом подобрать, встать сюда с мячом. Здесь прикрыться еще. Хотя, ну, наверное, соцепимся, наверное, на мяч, да, ведь, чтобы мяч какой-нибудь отскочил сюда. По рукам. Прошелся. Тщательно. О! Ну, хорошо пошло, слушайте, а? Уже две смерти. Неплохо. Пусть даже что ненужное мясо совершенно. Пусть даже нулевое мясо всякое, но все равно. Еще шестерка. Вах! Прям зашибись. Слушайте. Хорошо пошло. Хорошо пошло прямо, да? Да, мы сейчас еще и мячик подберем и прикроемся. То сейчас, наверное, подбираем, встаем. Встаем. Кроксом, наверное, бьем. Или не бьем кроксом. Наверное, лучше был кроксом бить, да тут. То есть просто ударим моток, подойдем, наверное, а крокса куда-нибудь сюда пригоним. А здесь скинком прикроемся вот так. Чё шестерка в блош? Офигеть. Чё попёрло-то? Ребята, вы чего? Чё началось-то? Даже нет поводов поныть на кубы. Даже нет поводов поныть на кубы. Что такое-то? Ну да, фол, конечно, был хороший, но кем-то надо было прикрутить это место вот. Потому что здесь эта зараза добегает и отсюда блицует. Ну, либо отсюда она забегает, если крок ступит. Привет, Диамет. Ну, а сейчас нас будет фалить тупо здесь вот, скорее всего. Зная Рингтейла, скорее всего, будет фол.
возможно. Либо он опять будет мяч прыгать. Фол, конечно, был хороший, да, я не согласен. Я как раз и думал, на самом деле, если типа что-нибудь не выгорит нормально, то пофалить как раз этого троллера. Может, на самом деле, надо было, на самом деле, вот этим бить, отталкивать, да, Крокса сюда на ассист вести, а вот этим, допустим, скинка фалить как раз. Конечно, БТ не хватает вообще сильно зазаров. Можем типа пробежать сюда, по идее. Вроде бы. Вроде бы здесь удар. Здесь удар, потом, не знаю, еще удар здесь какой-нибудь, не знаю. Здесь просто ударить. Здесь на пофиг убежать, 2 плюс. Вот так, какой-нибудь сюда подальше. Блин, куда? Здесь просто ударим. По полиноним, наверное. Чтобы уже избавиться от этой скотины здесь. Чтобы не мешался. Not everyone can jump like that. Хорошо. Удар, удар. Где мы? Может, скинка, наверное, ударить, хотя. То есть, если шестерка не идем, то Зарус будет стоять в контакте здесь, да? То, что ничего не меняет. И так то же самое будет. Зару, конечно, хотелось бы сюда перетащить. Здесь, наверное, бьем сюда. Сюда, да. Хотя он, кстати, степень сюда, наверное, да? Сюда. Блеснуть. Куда блеснуть-то, зараза? Тебя может тебя блицнуть. Машина реально, то есть удар здесь, удар здесь. То есть здесь мы валим, допустим, блицуем сюда. Толкаем кого-нибудь сюда. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Здесь кого-нибудь поставить, какую-нибудь скинку и с мячиком встать здесь, например. Есть вариант, по-моему, да? И так попробуем сделать. Здесь-то встаем, получается. Здесь встаем просто. Ладно, ударим здесь, потом ударим. Не, давайте сначала ударим здесь. Шестерочка, жалко. Жалко, что шестерочка, конечно. Давайте, наверное, под Крокса положим. И заполовим. Ну, не знаю, если эльф так сейчас будет вылетать, да, за поле, то мы, типа, в ничью сведем, скорее всего, матч. Сюда блиц. Ладно, давайте, наверное, не знаю. Давайте тровера подвинем. Попробую. Шестерочка. Отлично. Замечательно. И завра освободили. Как хотелось. Чуть и сломали. Ну просто. Реально, сейчас можно реально ничего свести матч. Тупо на этих травмах. Теперь можно даже блицнуть вот так, в принципе. Понадежнее, чтобы было. Жаль.
Очень жаль. Значит, наверное, смещем тогда стоим сюда. Так. Да, а потом уже бьем. Нужно же сами сюда встать. Да, потому что липнется опять ударит, блин, зараза. Крокса притащить. Куда Крокса притащиться, да? Давайте вот сюда Крокс поставим, на самом деле, под мячик. Давайте вагильно ударим. Это чтобы не убежал хотя бы на сайдстепе. Шестерочка. Прекрасно. Просто замечательные кубы. Во втором тайме. Наныл. Наныл на шестерке в блодж, что называется. И на пробой тоже. Так, кстати. Че, сколько их осталось на поле-то? Три? Пятеро? Уже пятеро осталось эльфов на поле, капец. Реально, наныл просто на кубы. Как нас дрючили в первом тайме, как теперь второй тайм проходит. Буквально за три хода. То есть вантюрнера нету, да? Пятерых мы сломали, у него было 13 игроков, да? То есть на авантюр на него будет сколько? 8 человек? Ну, как максимум 8 человек будет. Если сейчас пару человек сломаем, то может авантюр даже не получится у него с проталкиванием никаким. Плюс мувных у него нету, да ведь? Плюс мувных у него нету. То есть самый максимальный мув у него, по-моему, у Кэтчеров, да, на восьмой мув, да? То есть это проталкивание, насколько... Насколько клеток это проталкивание будет? На три клетки уже проталкивание, да? С СС-ом, да? Единичку. Еще раз единичку просто. 4 плюс мяч поднимает. Ну. Посмотрим еще. В общем, посмотрим, чем бы сказать. Значит, наверное, идем сюда теперь. То есть блиц сюда, кладем сюда, полиноним. С мячом стоим сюда. Здесь бьем. Встаем. Сначала здесь всех двигаем сюда, а потом уже здесь бьем блоки. Здесь по-любому встаем, значит. Здесь по-любому встаем. Теперь блиц сюда. You need to be close. So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. Knees on us. Yep, I reckon that's what he'd say if he could. На две клетки только. Ну, у него восьмой мув кетчер есть. И все, да? То есть максимальный мув восьмой сейчас. Вантюр, наверное, мы поломали в прошлом матче. Он сейчас на МНГ, по-моему, пропускает игру, короче говоря. Причем вантюр меня сломали на минус мув, кстати говоря. Так, куда можем встать вообще с мячом-то? То есть ты нас же будешь прикрывать, да? Мы тебя на какой-нибудь сюда поставим. Чтобы было возможно блицануть сразу им, да? То есть сюда, наверное, да? Ты сюда. Нет, наверное, сюда скинка поставим, сюда поставим Завара, сюда Крокса и сюда еще Завара поставим. Главное, чтобы Крокс не затупил, конечно. Главное, чтобы Крокс не затупил. Слава яйца. Просто слава яйцам, ребят. Крокс не затупил. А что,
скинка забыл совершенно здесь. Упал. Я про скинка совершенно забыл. Какой-нибудь поставим с теорией. Сюда, наверное, какой-нибудь поставить. Я могу эту заразу принесу зажать. Ну, понятно, что липер валится, да? От липера какой-нибудь никуда не деться. Я согласен. От липера никуда не деться. Что типа делать-то? Хотя, наверное, сюда поставить. Это еще ничего не дает, в принципе. Ну, пускай будет ближе к телу. Ближе к мячу. Хотя, может, наверное, сюда поставить. Дадут тебе, наверное. Ты встанешь сюда, ты встанешь сюда. Рылку предназначить не будем, конечно. Это бессмысленный додж вообще. Можно с ним даже сюда встать. Давайте с ним даже сюда. They may be fast, but once you grab these bozos, you can usually strangle them easily enough. Ну да, это сюда, естественно. Ты на стей. На стей. Вот здесь встаем. Ну, какая-то так получается. По-моему, даже муф у него подрезали блицеру. Липеру. По крайней мере, ему дождь, по-моему, придется сейчас теперь. Лишний дождь делать здесь. Хотя, может, не ранки так пробежать. Тыц, тыц. Нет. Ну, типа, встает сюда, видимо, да? И отсюда лип. Удар здесь. А с чем мы падаем сюда, значит? Нет. Сюда не стоит падать, потому что мячик сюда упадет. Опять разгребать эту срань с сайдстепперами вонючими. Лучше уж сюда, наверное, упасть. Так, по-моему, один хрен, да, получается? Что из этого сайдстеппера придется убирать с мяча, что этого придется убирать с мяча. Ну, хрен здесь и так вот будет. Да, здесь так вот будет, на этого блицера. Пошел бы ты в жопу. Блицами с рерулами. Ну ладно, это по крайней мере эту хрень мы за, типа, и закапываем, если пятерку штерку найдем. Да? Не можем теперь перенуться, в принципе, сюда. То есть тыц-тыц-тыц, и дизаврик закрывает клетку как раз. Этого засранца. И сюда можно два куба найти, вполне хватит игроков. Надо только здесь найти 5-6, получается. Ну, желательно, по крайней мере. Не нашли. Реролим, не реролим, не знаю. А, ну, не реролим, хрен с ним. Хрен бы с ним. Все равно можно на 2 плюс задуриться. С рерлом даже, со авторерлом точнее. Пусть сейчас мяча уходит. Так, так. Встать сюда, сюда. Здесь не добегаем, да? Зараза. Пар-пар-пам. Для этого мы зажимаем здесь. Получается, крокса сюда поставим, здесь завра поставим. То это мы, в принципе, зажимаем. На хвосте. Дема дуржится нормально. Ну, если еще здесь мы забежим вообще сюда. Давайте сюда встанем, короче, с мячом. Так, да. Че, побежали, типа, наверное, сюда теперь. Хотя, давайте сюда поставим завра, а потом уже побежим.
Я так стал, конечно, не знаю, но он стал вставать в контакт, что я тупанул. Ладно, уже не важно. Уже и не важно. Так, теперь Попса тащим сюда. Опять на вышечке. То есть ты сюда встаешь для начала. Теперь сюда нужно встать. Так, мы тут не бьем, естественно. Так, сюда нам что не дает? По идее дает, да? В принципе, этот не убегает теперь никак. Ни сюда, ни сюда, ни сюда. Что, наверное, сюда встаем теперь. Да, ему три пусть кидать дождь. Ну, либо одну кубу здесь кидать, я не знаю. Так, с тобой что делать? Сюда, наверное, встать. Тебя кого-нибудь сюда поставить. Наверное, встаем сюда. А ты встанешь где-нибудь здесь. Хотя, на самом деле, ну, Коркс он по-любому порычит, если захочет. Значит, он горда, так что не важно. Я типа думал, может, посадить сюда Коркса подстраховать. Но с гордом все равно порычит здесь никак. Не законтрить. А, он даже нафиг одну кубу кидает. Отлично, отличный план. Отличный план. Ничего не боится. Сюда я отсюда буду зачем прыгать отсюда. Not everyone can jump like this. Пестерочка, какая радость. Че, куда мы падаем? Наверх? Или наверх? Ближе к скинку. Зачетки. Изи. Ну да, да, куча три плюс, как нехер делать. Почему бы и нет? Так, ну я думаю, даже может даже повалить на самом деле теперь в этот ход. То есть тебя закапываем. Пытаемся закопать, да? Здесь бьем и кого-нибудь фалим. Либо тебя, если повалим, да? Либо вот этих троих, либо и тебя. С чего начнем, кстати говоря? Наверное, начнем даже удара здесь. Сперва, а потом уже будем блицовать в него. Хорошие кубы. Хорошие кубы, конкурсы интересные. Угу. Замечательно. Хотя бы пробой. Так, окей, ладно. Значит, мы тебя фалим. Мы тебя фалим, фалим тобой, да? Куда мы убираем мячик? Куда мы убираем мячик? Мячик, 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 мячик. Нас везде достанут, да? Нас везде достанут. То есть... Горда тоже никуда не смыться. Типа, не знаю, встать сюда. Так он затолкнуть, может, почетку затолкнуть. Нет, типа встать сюда. Сюда, сюда. И сюда скинка. Да, реально, наверное, встанем, наверное, сюда. Кропс 3D, думаешь?
Ну а кем 3D? Нужно еще мячик, я думаю, приклеить, то есть. Как мне кажется. То есть это хоть и завар, да, но все равно. Как бы давать ему даже однокубовый не хочется. Скажу, что уж красный херачит. К тому же, этот липер-то оглушенный, так что. Так встанем, ему хотя бы просто скинкой блицевать, а не в мяч. На Крокса, ну, в принципе, нафиг на Крокса 3 куба искать. Я не хочу искать 3 куба, на самом деле, на Крокса. Давайте, наверное, ударим сначала этим. А потом, если что, на ассист подведем на фул, если здесь. Наверное, просто, короче, толкаем сюда, стоим. Да. Стоим. Тебя ставим, наверное, сюда. Стоим. Теперь набрем Крокса, потом уже фалим. Фейл машина. Замечательно. Какой ты молодец, Крокс. Какой ты молодец. По-моему, вторым сломали, да? Что-то мне почему-то показалось на момент, что здесь крестик появился над ним. Ладно. 1-1. На травму. Шесть-шесть. Отличные кубы. Просто замечательные кубы. Я упал. Куда встанем-то? Сюда, наверное, встанем. Чтобы ассист был на эту заразу, если чего. Хотя, нет, давайте, наверное, ляжем сюда. Сюда ляжем. Что? Ладно, не важно. Потрейте аптечку. Да нет, нафига, да ведь. У нас, в принципе, кровь хватает пока что. Встать сюда просто, я не знаю. Чуть не типа тобой встать. Можно же Кроксом пофалить на самом деле стоит. Вот эту Акильну, чтобы он просто не встал. Тебя поставить сюда. Даже в один день кого-нибудь ударить. Тебя сюда, чтобы эту заразу оттолкнуть с сайдстеппера. Либо даже сюда блицнуть, на самом деле, стоит. Не сразу стоит блицнуть, а здесь стоит просто ударить здесь. И сюда толкнуть, допустим. Если он сам сюда не встанет. Дальше ты, наверное, встаешь сюда. Тобой мы блицуем. Гребаный нихера. Какая радость. Кого важнее нам толкнуть-то сейчас? Наверное, горда, наверное, важнее толкнуть будет. Сюда. Не знаю. Throw the ball in their face. That range they'll go down as if you were flinging a brick into their jaw. Thesaurus, you'll leave it hard. Так, попробуй это хорошо стрелять. Попробуй это хорошо. Может, если даже целью встать сюда. Встать сюда, ударить 2D здесь, толкнуть сюда, а завар поставить сюда. Да, и в принципе, только в красный придется херачить. В принципе, так придется херачить в красный, да ведь? Что за слой парирулить, на самом деле? Так подумал, надо бы даже, может, даже парирулить.
Это последний блок в ходу. Ну, неважно. Ну и файл машины. Фалить, наверное, уж не будем, раз так все хорошо получилось. Тем более 8 румбль без ассета фалить, такая си идея. Сегодня уже один Дезер из Ришки будет сейчас точно. Но вот что-то остановилось, стоит, 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 стоит. Заступить надо, стоит, стоит. Чтобы красные кубы по-любому были здесь, даже с Ричкой. Да, это косяк, конечно. Это косяк, реально. Да ладно, кубовый, по сути, на халяву. Ну, рерол, типа, да. Шестерка. Кидает сюда. И подбирает, если удачно упадет мячик. Неудачно, окей. Еще живем. Что там? По-моему, будет 3 плюс, да, додж? Даже для агильного. Сейчас, наверное, липнется просто. Типа, можно липнуться же так просто, да и все, 2 плюс. От хвоста, а потом уже бежать за мячом. Нафига он дурится, я не понимаю. Типа из-за того, что рерола нету, что ли? На мяч клипас. Ну, не знаю, может быть. Хоск всегда на отличника работает, да, да. Ни разу еще не сыграл. Но все равно подбор, типа, сколько будет? 4 плюс подбор, да? Пятая гила минус 3. Такая зона. Ну, как нехуй делать, да? Ну, сейчас доджес, давай, давай, вперед. Охуительные истории просто, ёлы-палы. Увидеть не хотите ли? Я думаю, даже стоит на самом деле... Хотя, без разницы, да, как... Все равно есть шанс, что мяч улетит за поле сейчас. То есть можете поблеснуть сюда, толкнуть. А, это со степера, да? Блин. Потому что это степер, так что по-любому будет блесовать здесь. Прет пробой? Ну да, конечно. Пробой прет. Не сказал, что... Ну ладно, в втором тайме нормально там прел, конечно, согласен. Но в первом тайме была просто херня. А не игра. Ладно, что мы делаем? Что мы делаем? Бьем здесь сперва, да? Толкаем сюда, потом блицуем и смотрим, что получится. Это все. Пока, мячик. Пока. Пока, мячик. Уии. Ну сколько он раз сейчас отскачет? Ай, клоун Фиеста ебаная, блядь. Клоун Фиеста, честное слово. Чё, стоим сюда, чтобы он на скинка не сайстепнулся? Ну да, кстати, реально, вот сюда, 5-6 раз скинул, прыгнул просто сюда.
Причем здесь было возможно даже, на самом деле, тут и остаться. То есть он упал прямо на краешек, потом, видимо, упал сюда, на отскоке. Реролик бы. Ну, не знаю. После был, ну, что, три херовых, да, точнее, четыре херовых, а три хороших расклада, в принципе. Сейчас, наверное, сюда упадет. Пойду уже сюда упадет, да? Угу. Сейчас стей. Стей, теперь здесь двигаемся сюда. Двигаемся сюда, зажимаем его здесь тоже, да, и... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Три плюс, три плюс, три плюс, два плюс. И все. Ну, сейчас вот реролл понадобится, на самом деле. На самом-то деле. Просто мы не встанем, да? Ну что, побежали? Побежали. Not what you'd expect. This is blood. Посос. Ну, было... На самом деле, второй тайм был интересный, на самом деле. Первый тайм был просто куском говна, полнейшим. А второй тайм примерно был интересный, на самом деле. Особенно тут прям концовочка. Ух, красота. Концовочка прям красота, я не знаю, была. Ну, не скажешь, что прям часто стримлю Bloodball Torvalds. Наиграно, не знаю. Можно даже сейчас посмотреть, сколько у меня наиграно часов. Сколько наиграно часов? 581. Что он хочет делать? Пас сделать, что ли, или что? Ради одного из ПП так рисковать? Без рерола? А так-то долбится. Я, помню, уже просто завершил бы ход, да и все, и не парился. Либо просто этим задолжился. Попробовал сделать бейпас. Что он делает? Disadvantage is obvious. I wouldn't have tried that. Все это ради одного лица. I wasn't expecting that. And by the looks of things, neither were there. Hardly what you'd call an exciting score. Ну, было интересно, реально. Под конец. 19 пробоев. Хотя, да, в принципе, пробой хороший был, на самом деле, согласен. 10 вейтов с поля за 19 пробоев. Неплохо, половина. Даже больше половины. На 42 блока 19 пробитий вообще. Прям. Нормальненько прям. Ну ладно, просрали и просрали, да ведь.